Картины орловского художника Николая Силаева разместились в областной администрации. К сожалению, на стенах не все работы мастера. На экспозиции лишь часть – пейзажи, портреты, натюрморты. Это картины из серии «Болхов. Город древний. Человек и природа. Жизнь мирская». Николай Силаев – один из ведущих живописцев Орла, работающих в традиционной русской реалистической манере. Я в пейзажах стараюсь передать настроение, чтобы оно передавало зрителя. Там радость, печаль. Вот в пейзаже в основном чувства. Ну и в портрете, естественно, должны быть черты, которые рассказывают о характере человека. Выставки в администрации региона стали традицией. Их проведение – инициатива губернатора Вадима Потомского. У нас уже, если мне память не изменяет, по-моему, четвертый раз меняется экспозиция здесь. Начинали мы с картин, посвященных 70-летию Победы. Выставляли здесь Лупачева. Думаю, что традиция эта хорошая. Постараемся ее развивать и дальше. К слову, сейчас Николай Силаев готовится к большой персональной выставке. Посетить ее можно будет в конце следующего года.